Разговоры о ремонте, привлечении молодых кадров в медицину, а в завершении поездки общее фото на память с учениками местной школы. Так прошел визит губернатора Сергея Морозова в Новоульяновск. Как изменится жизнь в городе, сегодня узнала Ирина Силкина. Новоульяновская городская больница требует как капитальных, так и косметических обновлений уже давно. Об этом говорили во время визита губернатора Сергея Морозова. Здесь необходимы капитальный ремонт канализации, отопление, система горячего и холодного водоснабжения, замена электропроводки. В первую очередь планируют заменить оконные блоки и сделать вход в здание доступным для инвалидов. Еще один немаловажный момент – привлечение кадров. За последние полгода с лета было полностью укомплектовано хирургическое отделение в село Криуши. По федеральной программе «Земский доктор» был привлечен специалист. Сейчас укомплектован офис врача общей практики на 100%. Был трудоустроен невролог. Однако федеральные программы по привлечению специалистов в сельскую местность не решают кадровые проблемы малых городов. Сейчас совместно с администрацией области прорабатывается вопрос по выделению жилья для новых молодых специалистов. Либо мы действительно приобретаем просто жилье и жилье передаем для проживания. Значит, с приобретением в собственность, ну, допустим, там лет через там 10. Значит, либо мы, так сказать, подаем миллион и тоже прописываем условия, под которые человек приходит и здесь работает в таких малых городах и решает нам проблемы здравоохранения. Вопрос предоставления различных преференций для будущих кандидатов за счет регионального бюджета, а также муниципальной поддержки, Сергей Морозов вынес на заседание Координационного совета по здравоохранению. На совещании также обсудили и другие вопросы – охрану здоровья женщин и детей, сохранение репродуктивного здоровья, заботу о старшем поколении и приближение медпомощи к людям, а также развитие современных технологий, в том числе открытие Федерального центра радиологии, который возводят в Димитровграде. По сути, это проект управления здоровьем региона, поэтому на сегодняшний день основная наша задача, которая перед нами стоит, это изменить подходы и к финансированию, и контролю, и достичь главной задачи, чтобы действительно управлять здоровьем граждан. Нам необходимо изучить и посмотреть на те проблемы, которые сегодня в первую очередь беспокоят население и влияют на структуру смертности и заболеваемости в регионе. Губернатор также посетил Новоульяновскую школу номер 1. Там Сергей Морозов осмотрел, как выполнен ремонт, а также пообщался с руководством учреждения на тему предстоящего благоустройства прилегающей территории. Приятным завершением стало общее фото на память с учащимися. Ирина Силкина, Дамир Губеев, Вести Ульяновск из Новоульяновска.